Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 25-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске нашли два упавших беспилотника и вынесли SAS-диски для миротворца по квесту «Глаз Орла». По гуманитарке для него же пометили два грузовика, настреляли диких и сдали сухпайки. А для лыжника закрыли квест «Игра наверняк», спрятав маяки на точках торговли санитара на берегу. Выпуск поддержали финансово RBF, Паша, Котнах, Колясик Мурманский, Пайробластка, Александр Якут, Хекс, Санитар и Груберт, за что отдельное большое спасибо. Благодарю за доброе слово. Будьте здоровы. Коряжма, Россия, привет и привет, Сургут. Даже не сомневайтесь в том, что поддержка крепкая. Это мой хлеб. Всем приятного просмотра. Неплохо так страховку притаранил мне прапор. Будет с чем погулять сегодня. И флешки можем забирать, закрывать квест, наконец-то мутное дело. Это хорошо, хорошо денек начнется. Плюс в санузле тут наварил пару шлангов. Короче, готовимся к предстоящим квестам, где надо будет по галочке вот эту вот всякую мелочь сдавать миротворцу тому же. И еще тут я гринбат себе варил. Для егеря мы закрываем квест «Мутное дело». Сварили флешки, две штуки передаем и забираем награду. Отлично. В общем, господа, миротворец у меня сейчас на повестке дня. Здесь нужно качать лояльность. Это единственный торговец, у которого повышение уровня зависит только от лояльности, от выполнения квестов. Есть у меня пара квестов. На берегу это секта, часть первая, найти пропавшего информатора в доме возле болота. И путевка в санаторий, часть первая. Это серия целая квестов с путевками в санаторий. И они принесут мне много опыта, очень много долларов. Он щедро платит здесь долярами. Ну и естественно, это будет лояльность. Кстати, хотел показать, что там за дробовик. Ничего тут сверхъестественного нет. Это самый обычный БНЛ, который я купил у егеря вроде как, или у лыжника. Единственное, что я здесь поставил, так это глушитель, переходник на глушитель, коллиматорный прицел и увеличенный магазин на 7 патронов. Взял с собой боеприпасы FTX, они дают бонус к точности 135%, сокращают отдачу на 25 единиц. Ну и есть пробитие второго уровня брони, какие-нибудь там шлемофоны или маски какие-нибудь, которые дикие таскают, это будет не проблемой для этой пули. За ЧВК идем на берег мы пойдем в час дня, получается, и страхуем свое барахло вперед и с песнями. С дробовиков есть еще у меня квест по карателю, пойти в лес десятерых настрелять, так что если здесь все пройдет как по маслу, пошмаляю там дикарей, там еще есть и дейлики, связанные с дикими там же в лесу. Вот так вот, это мы гиды, это мы под чупа-чупсом. О, Лонг Джон. О, Лонг Джонсон. Еще и слева будут пацаны. Ну я тогда вдоль берега, что ли, пойду попробую. Вообще даже неплохо, что я здесь заспавнился на самом деле. Даже неплохо. Потому что если я доберусь до той стороны карты, посмотрев труп посыльного, или как его там фамилия, просто идем на выход. Не вижу я здесь больше никого. Как больше? Не вижу я здесь диких. Нет, получается, никого. Можно было бы... нет, я сначала тогда Норвинский посмотрю. Короче, маршрут такой, раз уж мы здесь появились, Норвинский заправка, ГЭС, остановка, грузовик, дом с трупом. Если будет не хватать диких, на ящике два зеленых на краю карты за болотом. И все, домой. Как тут у нас дела обстоят? По дикарям. Как-то тихо, шибко. Нехороший тайминг, на самом деле, заходить на Норвинский. Ч
чертова гора сейчас с той стороны спауна. Обитаемо. Пока пред... А, там кто-то ходит, слушай. А вот тут друган мой бывал точно. Все, друган бывал, значит, Диса сейчас будет тут. Один. Нифига не вижу. Или после контраста светлого в темное, когда заходишь в полумрачное помещение или чё? Окей. Все, счет открыт. Первый дикий имеется. Взрыв был, по-моему, в районе коттеджа как раз-таки. Не знаю, санитар ли кого там встретил. Или ЧВК друг с другом встретились. Нет понимания. Может, ключ-карту посмотрим в картотеках? По-быренькому. Первая пустая. Не знаю, или мне пока они не нужны были, ну как бы квест не был активен. Они мне выпадали. Прям пару штук я находил. В картотеках. Или как это работает, по какому закону Мерфи? Что и тут нет их. Окей. Можно было, я хотел, кстати, с Сайгой пойти на бережок, но в итоге Сайга, на ней же эти патроны нужны. Ой, магазины побольше. Ё-моё, ты чё, серьёзно? Окей. А так как у меня квест каратель, и я иду на берег, решил просто дробовик, короче, взять. Как раз я с этой бинелькой не играл. Ничего, такой дробовичок оказался. Даже несмотря на то, что я на него глушилу нацепил, вполне сносная у него эргономика. Ё-моё, там и стоит, оказывается. Ладно, надо поближе, это все фигня. Ты только не стреляй, не надо. Не говори никому. Ляжем и никому не скажем. Есть. Кабанчик. Вот, видишь, какого он там, первого класса. Проблем не было с пробитием. Там есть еще патрон, более понтовый по точности. Но я через всю карту не планировал как бы стрелять по диким. Давай-ка, наверное, эту красоту заберем. Вот так вот. Такие пироги.
похавать у нас уже есть, что так что я Марию не буду брать. Все, ну заправу. Давай, давай. Опа-ля. Хорош. А хотя зачем я сюда? У меня же флешки уже... Ну ладно, хрен с ним. Раз уж пришел. Что-то уже по привычке хожу. Летать эти сейфы. Из нее вполне симпатичную ПП сможем собрать. Это вкусная тема. Ой, ну конечно, конечно. Флешки появились, оказывается, в сейфе. Шикарно, шикарно. Окей. Вроде повезло. С тем, что на чертовой горе никто не появился. Не пришел туда, точнее. Идем на ГЭС. Смотреть там диких. Ближе сюда, а то сейчас с крыши точно меня увидит, если живой еще он там. Смотрим ГЭС, смотрим остановку, как я и планировал, короче. Все пока идет по плану. Наверное, с грузовика можно попробовать Ну нет, если я сейчас, блин, начну делать... Зачем мне что? Да, я и говорю, сейчас начну делать что-то, если все подряд. Добром обычно не заканчивается. Я толкнулся и в продуктовый. Вверху не вижу, но кто-то внизу вроде базарит. Никто не подглядывает. А вот. Служивая, это наша точка. Зараза. Шуманул, гад. Отлично. Хочется верить, что это все в голову, потому что тут урон хороший, он там и не в голову может сваншотить, мне кажется. Что там по заданиям? Нет, не каратель, как же он назывался-то? Путевка в санаторий. Четверо. Кого-то все-таки не в голову я застрелил. Но больше половины, тем не менее, квеста выполнилось. Вали, вали, хуй! Ах ты, сич. В голову дробинка полетела, что ли? Тихо, тихо, успокойся. Все хорошо. Папа рядом. Ну это потенциально пятый дикий в голову. Только вот где он? Вон он. Красавец. Ну, нашумели как бы, да еще и на открытой местности тут.
По-хорошему не надо бы это все лутать дело. Но опыт тоже хочется кое-какой получать. Я затарю лучше, чтоб он, если была необходимость гранату достать, чтоб слепо доставал. Мне еще одного же надо ослепленным завалить. Вдруг тоже такой случай подвернется совершенно случайно, как было на таможне. Так, все пока идет хорошечно. У меня получается. Нет, это не то. Да, у меня получается. 5 из 7 есть. Еще пару диких. Может быть, как раз вы будете здесь на остановке. Послушаем. Так, я меняю, короче, маршрут. Знаете, каким макаром? Я пойду в коттедж. Кто-то здесь был. Стекло убили. Но его уже утонули. И кто-то тоже диких там калашматит. Прикольно. Окей, я пойду тогда в коттедж с намерением того, чтобы посмотреть там ключ от входа в коттедж, если ключа не будет, но там будет открыто. Я в любом случае, мне этот вариант тоже подходит. Я хочу попробовать забрать офтальмоскоп. Помеченный синим символом. Так как всего двоих диких мне осталось добить. Если все будет хорошо. Оттуда я пойду спящего посмотрю. Ну и раз там стрельба, я думаю, делать там больше нечего. Там диких перебили 100%. Можно будет островок поглядеть тогда. Возня была. Да, скорее всего, между собой ЧВК устраивали.
Мне кажется, это более вероятно. Попитоним. Приятного, господа. Ек. Ой, я же спящего хотел пошел на остров. Спящего хотел посмотреть. Давай, наверное, на остров пойдем посмотрим. Ведь может быть и такое, что на острове могут не появиться дикие, либо их уже перебили там. Уверенным быть нельзя. Ни в чем тут. Очевидно, что здесь тоже спавнились на этой стороне, господа. Господа нехорошие. Ну давай, Тарков. Парочку диких, по-братски. Нет тут никаких диких. Получается, или они, может быть, там на краю острова сидят. Нет, я с локации не уйду, пока я двоих диких не достреляю. Пошли тогда назад на заправку, что ли? Фигня такая. Нет, диких, прикинь. Блин, а грузовик там перебили. Ладно, пойдем на заправку, вернемся. Должны уже челоботы подгрузиться, а вместе с челоботами свежая партия ботов подгружается, как правило. Не видно никого пока. О, есть красавчик. Стоять бояться. Где он? Или подгрузились свежие, дикие, или я просто в прошлый раз его где-то не нашел.
А он внутрь забежал. Все, последний дикарь остался. Певко, мать моя женщина. Вот это мы используем. Спасибо, братюня. Вот теперь вот один, вот он, остался этот дикий. Ни туда и ни сюда. Как тогда еще раз попробовать остановку бомбануть? Опять этот же круг рисануть, что ли? А, вон, смотри, по-моему, снайпер появился второй. Да ладно. Точно. Не, давай я все-таки, чтобы наверняка, поближе к нему подойду. Чтобы не упустить эту возможность. Выполнить квест. И тогда я точно прямиком пойду уже на спящего, смотрю его и на выход на маяк. Если крыша подспавнилась, то вполне возможно, что и внизу тоже дикие появились. Ну, если там нет, то на остановке, ну, 100% будут. Это первый. Что там, давай, ты где? Не теряйся. Фу ты, ё-моё. Наверху он там перезаряжается. Сейчас на эту возвышенность туда заберусь. Да, отсюда доберу его. Отлично. Отлично. Все, миссия с дробовиком выполнена. Зашибись. Ну, теперь, значит, куда идем? В сторону болот? Там прямо у болот, в доме священника, лежит спящий. Вот его как раз мне и надо будет посмотреть. И можно идти на выход. Таким образом, у нас будет два квеста в кармане от миротворца. Ох, блин, я вот сейчас опять как... Правильно иду, прям по открытой поляне побежал. Хотя этот квест с убийством диких, он... Да, я не буду здесь проверять конечного. Он засчитан был как вообще выполненный. Да, он завершен, даже выживать, выходить с локации нет необходимости, значит... С дробовиком мы пока сюда точно не пойдем. С дробовиком можно будет в лес прогуляться, если выйдем сейчас с ним. Ну а если нет? С этим дробовиком, то есть точнее с другим, мы можем выйти... Уже с другой разгрузкой или бронеразгрузкой какой-нибудь поболее. С сайгой хочу покатать. Взять с собой сайгу. С сайги пошмалять по дикарям. Как-нибудь его собрать более-менее. А, можно будет еще, кстати, на завод же сходить. У меня есть там кое-какие дела. С реагентом. Ну, я, наверное, оставлю этот квест с реагентом на заводе.
До тех пор, пока у меня не откроется квест для этой... Для терапевта. С закладкой трех синих порохов. Там же на ночном заводе. Вот мы как раз два квеста и попутно сделаем. Они там в соседних комнатах. Эти квестовые точки. Вот этот домик нам нужен. Здравствуйте. Это с военкомата. Вот он спящий. Все, мы можем пойти либо на тоннель, либо на переход на маяк. Пойду на маяк. Потому что тут попутно. Мы сейчас увязнем. Вот и в мешке есть кое-что, да? Так, тут как-то открывался, по-моему, заборчик этот. Не помню. Двадцать челюсти, низкий класс брони второй. Не знаю, что-то оно будет стоить или нет, но у меня в любом случае нет возможности забрать ее. Штуканцию эту. Так, оно сюда. Все правильно идем, все правильно. Серьезно. Окей. Такой большой ящик и так мало предметов. Ладно, это все ерундистика. Мы выходим. Получается. Получается, что получилось. Нормально. Хорошо, спокойно вышли, сделали свое дело и ушли. 33 практически минут. Ну, почти весь рейд, в общем, я находился на локации. Много беготни на берегу, поэтому такие более затянутые. Тем более, что надо искать диких, ходить и туда, и сюда, и вперед-назад. Секта, часть первая. Можем завершать квест. Нашли пропавшего информатора на берегу и выжили-вышли с локации. И путевка в санаторий, часть первая, тоже завершена. Убили 7 диких с дробовиков 12 калибра в голову. О, он мне как раз ключ дает от 306 номера западного крыла, который мне нужен по квесту для медички. Подваливает с квестом секта часть вторая. Мне нужно пометить место ритуала в лесу. Два места ритуала в лесу. На таможне у меня ключа нет, и черт его знает, где его надо будет брать. И на берегу. Путевка в санаторий часть вторая. Пометить вертолет маркером на берегу и дорогу безопасную к вертолету. Скорее всего, выжить и выйти с локации необходимо будет после этого. Перенаселение. Квест обезопасить территорию коттеджей от диких на локации маяк. 12 диких надо будет там убить. Вот такая здоровенная бандурина получилась, короче, сайга такая. Ну, на 10 патронов зато и то, и все. Да, честно говоря, просто как конструктор, как игрушку себе ее собрал. Так-то по факту можно было вообще с голой сайгой пойти. Застрахуем тогда свою сайгу. И мешок, пожалуй, застрахую. И вся любовь. Поехали.
Короче, идем в лес и просто ищем диких. Вот и все планы, в принципе. Чик. Ого. Бегите, глупцы. Я, в общем, у дома диких. Вон он, фургон с открытым капотом. Это окраина. Ё-моё, ну значит мы куда пойдем? Конечно же, на ту сторону. Нам ж дикие нужны. Сейчас мы с той стороны диких и посмотрим. Что это за подфриживание? Такие дикие подгрузились, что ли? Кстати, почему-то дикие перестали грузиться в ПВЕ режиме. Я тут перед выпуском пытался забежать на завод, что-нибудь пострелять немножко. Ветки свои размять. Да не получилось. Дикие просто отказываются подгружаться. Ну там, скорее всего, была какая-то проблема, потому что при загрузке ПВЕ рейд, когда начинают спавниться дикие, там просто фризят нереальнейшее. Ищем диких, пацаны. Если увидите, свистите. Пофиг, какая дистанция. Пофиг. Да, наверное, я даже по луту не буду ходить смотреть. Бог с ним, с этим лутом. Хотя мешок большой взял. А вдруг видеокарта? А что если попробовать? Блин, я правда дробовик взял, но а что если попробовать лесопилку посмотреть на наличие штурмана? А? Там же есть один хитрый способ с кустиков подглядывать за ними. Может воспользоваться им? Так, Влад. Вот это слишком вкусная времянка, чтобы просто так взять и пройти мимо нее. Кому тут пизды выдать? Никому, получается. Вон оно что, вон они какие красивые все. СКС нулевая. Ботом оставим. Ё-моё, нифига ее подкидывает. Вот это отдача, конечно. Меня к такому жизнь не готовила. Чё у нас по отдаче? 164. Офигеть. Ты да ладно, не буду я ничего собирать. Бог с ним, с этим лутом. Так, буду смотреть чисто для опыта. Либо что-то прям крайне ценное, такое хорошее, интересное будем забирать. Без фанатизма. Там кто-то идет, кажется. Ну и ладно. Водява. Ну вот, покушать, попить есть. Так что можем хоть весь рейд ходить тут. Здесь там даже ЧВК есть. С чего-то глушенного наяривает там. Блин, ну мне с ЧВК нафиг вообще не... Нет, ни желания, ни... Ничего нет. С ним встречаться. Спички по дейлику. Нет, не буду брать. Где тут еще дикие могут быть намеченки на КП и секов?
Здравствуйте. До свидания. Там где-то тут наяривает, зараза. ЧВК. Или повоюем? Еще не пойму, где он. А вон на сумке он. Он чик пробежал. Да там их двое, кажется. А что это вы тут делаете? Оба двое. Отсюда, если с этого камня подходить и вот в этот кустик занырнуть, можно кайчо попялиться. Вот здесь можно попялиться, но я не вижу ничего. О, во, пришел. Куда его? Дикий пришел. Окей. Ну, штурмана нет, судя по всему. Если я пойду под гряду, там, ну, богато очень диких спавнится. На МЧС потом можно будет глянуть. Одно пока непонятно, с какой стороны эти ребята пришли. С моей ли стороны, или с той уже перебежали со стороны МЧС. Если бы было понимание, с какой стороны они пришли, то было бы понимание, в какую сторону они пойдут. Чего он стрелял? По-моему, с юмпа стрелял, да? Или что-то потяжелее там было? Ладно, фиг с ним. Ну, короче, будем знать, что там, скорее всего, по правому бережку. Возможно, будет встреча с ЧВК. О, дикий. Но это чисто спугнуть его. Потому что дробь, разлет огроменный. Дистанция такая, что там урона не очень много они нанесут, даже если долетят до него. Так, где тут местный контингент? Вон они, слышу. Бегу. Угу. Вон один слева, а один прям тут под камнем вроде. Парика. Опель. Не вижу. А вот он. А-ха!
Есть еще парочка. Помним, что еще наверху снайпер сидит. Так-то. И его заберем. Пожалуй. Попробуем. Блин, я думал, тут гуще будет диких. Если честно. Так, что, куда пойти, на МЧС или в сторону деревни лучше? Наверное, в сторону деревни, а если там не настреляем, то потом назад в сторону МЧС, потому что у меня выход в этой стороне. Да, по-моему, я здесь забирался. Давай, давай. Выносливость. Не подводи. Ты чего? Ты чего? Ладно, устал. Скалолаз местный. Хорош. Лучший. Тут у нас бывает антиквариат или ценности разные, но тут голяк полнейший вообще. Ничего. Пусто. БП-патроны. Этот самый. Навал. Так, что это? Это что за хрень? Это не хрень, сам ты хрень. Обиделся. А. Тебе, кажется, плохо тут было. Все-таки я попадал по нему, видимо. Ох, мне не нравится то, что он так лег. Ладно, я рискну. Какое-то у него крепление замудренное. Если я на жбан повесим. Так, это был третий дикий, получается. Третий? Четвертый. Пойдем в деревню? Я предлагаю в деревню все-таки сходить. А, вот, тут есть пацаны. Пацаны, ты спрятался в прошлый раз, получается. Нифига. Слона-то я и не приметил. Он лутал своего кореша, оказывается. Вон он. А, устранение завершился квест. Прекрасно. Вот и дейли квест, который я говорил, что в лесу там был еще. О, 15-й магнум, спасибо, спасибо. 15-й, я говорю. 12-й.
место. Ладно. Ну, на ближней дистанции-то по мясу. Магнум, ну хорош. Сам, а то диких калашматит. Значит, идем в деревню. В деревне, возможно, еще будут дикари. Если этого будет достаточно для закрытия части квеста и машина будет на месте, то я просто выйду с локации. Если же нет, то я буду возвращаться оттуда. На коттедже. Ой, на МЧС-базу. По дейли квеста у меня там что было? Устранение. 15 диких надо было устранить. А, это на любой локации. Вон оно что. То есть те дикие, которых я поубивал на берегу, они тоже шли в дейли квест, оказывается. Метаболизм 13 уровня. Я только рад этому. Давай посмотрим, что с машиной. С машиной все отлично, все в ажуре. Машина ждет. Скалы хочу глянуть тут. Чтобы если кто тут сидел, то спугнуть его. Алло? Нет никого, получается. Нет, кто-то есть. По дереву, слышишь? По дереву лутается там. Это уже могут быть дикие челоботы. Ладно, иди в баню. Дальше я сам. Где-то тут еще дикий ворчал. А, вон он на дороге пошел. Все, иду, иду, пацаны. 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 Может ли быть здесь 5 диких ниже 5? Надо. Я думаю, что может быть. Могут ли быть тут челоботы? Вполне. Пальчик выкинь. Но больше похоже на обычного дикого. А нет. Таился где-то. Вон он, увы! Вот петух! Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Сдохни, тварь! Фантастика. Мне всего 2 осталось, и как раз... Я как раз 2 слышу. Вижу их. Тихо, тихо. Я ж тебя не вижу. Да где ты, ё-моё? Вон, за катушкой. Вот за этой катушкой он как раз стоит там. Это капец. Это...
Надеюсь, он выжил, да? Нет. Все. Последний остался. Нет, я здесь не пойду через центральную. А, тут нет ничего. Все, иду, сейчас сделаешь все, все свои воспаленным умом придуманные желания. Вон он, сука! А что такое? Так, теперь у меня что такое? Он в какой-то броне, походу. Гад, иди сюда! Все, отлично. Короче, он в что-то, в какую-то эту... арбуз какой-нибудь, наверное, был на это одет. Магнум, он же вообще ничего по броне не пробивает. Так что это окей. Я к этому был готов. Ничего, никаких претензий. Все, отлично, я дейлик сделал. Под задачу выполнил. Кто молодец? Картоха. Всю картоху ему раздербанил. Ну давай, осмотрим немного хаты, полутаемся. Да и домой поедем, раз уж машина тут. Вон он, сука! Вон он, блядь, капец. Ебать его! Чуть-чуть брони и все, не пробивается он никак. Гнида! Вообще отказывается сотрудничать. Что-то у меня такое предчувствие, что я здесь и останусь. Сейчас придут либо ЧВК, либо челоботы какие-нибудь. Яростные. Ой, пошел. Да подожди, я лутаться пошел. Если что, заходи. Пообщаемся. Тут добра как грязи. Вот здесь частенько я этот сухое горючее нахожу. Рублей. Все, набиваем полный рюкзак и выходим отсюда нафиг. Если не отсюда, то даже до ЗБ-16 добежать это. Сложная задача, короче. Ё-моё. Вот они там и столкнулись. Кто-то кого-то досидел, дождал. Так, тут у нас все, да? Получается, где-то там дикий был. Ры-те-те. Как же боша-то. Ну, я же говорю, он пройдет, скорее всего. Ох, как хорошо-то тут у нас. Еле как выжил. Ну да, вы вовремя, конечно, пацаны.
Еще того-то не встретил. Руки переломаны обе в черного. Нормально я так отхватил от него. Нормально. О. Помер. Надо же. Это хорошая тема. Шины сейчас тоже применим. Примерим. Ценностей никаких. Надо присесть по-хорошему, все-таки вылечить мне руки. Бон аппетит. Подкрепиться надо. А то же пузо выбили сразу. Повытекало все. Ух ты, блин, я бы этот по привычке скинул в магазин. Надо найти. Давай, 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 разряжай, что ты смотришь на него. Сюда. Это сюда. Это сюда. Почти как новенький. Ну, у ЧВК, я думаю, мы в кармане найдем какую-нибудь аптечку. Вот сушняк еще. Все-таки, я думаю, это тот товарищ, который был там, где я по дереву его слышал, за КамАЗом, где я его сидел и ждал. Мне кажется, что это он был как раз. Ой, хорош. Ой, хорош. Нифига себе. Еще лоботы бегают там уже. Что подало? Ну, надеюсь, у тебя нет напарника никакого. Чё это за звук? Мне кажется, он странным. Аккумулятор нашел. Ну, сори, братень. Ё-моё, у него битком тут все. И спички квестовые. Челобот. Челобот. Что сделаем? Че у челобота может быть в пилигриме большом, как вы думаете?
мне кажется, много чего там может быть. По крайней мере, что там по выходам? Хотя бы пилигримчик чисто пострять. С ума сойти. Хорош, хорош. Я дальше смотреть не буду, парни. Текать надо с огороду. У меня выносливость не восстанавливается. Вот это плохо. Ну что, денежка у меня есть? Все дела, какие надо и не надо, я тут переделал. Надо ехать домой. Машина работает. 4 минуты до конца рейда. Надо выносливости. Надо выносливости. Смотри, не дурно тут, капец, я насобирал всякого разного. Еще и спички, короче, две пачки есть по дейли квесту. Там, сейчас покажу, что за дейли квест. Для медички найти, передать SJ 1, но мы его можем сварить. Плюс два коробка обычных спичек. По деньгам, конечно, я встряну. SJ не дешево так варится. Но он варится сразу комплектом из 5 предметов. Так что 4 мы продадим, это раз. Ну и во-вторых, если бы была возможность где-то прикупить за деньги опыт. Что, неужели бы вы ею не воспользовались? Я думаю, воспользовались бы. Пусть небольшой опыт, 3 там чем-то, или 4 тысячи. Или подожди, какие 3-4 тысячи? 7800 почти. Это ж хорошо. Этим надо пользоваться. Блин, хороший рейд получился, однако. Вышел, блин, за дикими, как всегда. По-прежнему в самом начале рейда горячо на локациях. Ближе к концу. Я поехал. Минут почти занял этот рейд. Много-много диких настреляли. 13 целых диких. Одного бировца зацепили попутно. Я вообще думал, что там дикий какой-то присел. Но это, оказывается, бир сидел там. В общем, смотрите, пацаны, обычные спички я сейчас передаю ей сразу и поставлю на варку SJ 1. Но дейлик, он же не вечный, там 22 часа всего у меня осталось. Как сварится, я его сдам, но это будет уже за кадром. То есть, в любом случае, вот это вот добро мы все получим за выполнение квеста, и то, что нам не нужно будет, мы просто продадим. Дейли квест для лыжника мы завершили, устранили 15 диких, можно было это делать на любой локации. Еще плюс к опыту. Покарателю части 4 мне остается только ПВП. Мне нужно бойцов ЧВК убивать в балаклаве любой и жилете диком. Один только есть из 10, еще 9 человек нужны. Делать мы это будем, конечно, в лазурке, потому что больше и больше квестов меня туда отправляет. Например, егерь тоже дает ностальгия квест. Мне нужно в 303 вроде комнате западки найти фотоальбом егеря и вынести его с локации. Блин, вот пошел в лес и забыл с собой 2 маяка взять. Можно было бы... Первый бы точно, я прям на меченьке топтался, там первый бы точно пометили круг. В медблоке можно сварить SJ 1, для этого мне понадобится докупиться тут, и причем неплохо так. Все буду покупать на барахолке, чтобы не тратить предметы, которые у меня есть с галочкой. Все, стартуем производство, час 22, сегодня пока буду монтаж, вот это шантаж, вот это вот все будете делать, у меня сварится, и я просто сдам этот дейлик дополнительно. На сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился, благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, добрые отзывы. Всем отличного настроения, приятной игры, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.